абитуриент. Я знаю, что сейчас ты ищешь ответы на вопросы, кем быть и куда идти учиться. Пойдем, я познакомлю тебя с нашей программой «Управление бизнесом». Наша программа динамично развивается и обновляется. Мы ищем активных, творческих, целеустремленных людей, которые хотят знать все о бизнесе, иметь свое дело или управлять им. Чтобы поступить к нам, нужно сдать 4 экзамена по математике, русскому, обществознанию и иностранному языку. Ты готов это сделать? Ключевая особенность нашей программы – ее многопрофильность. С 2018 года мы будем готовить студентов по 5 профилям. Первый – бизнес-стратегии в развивающихся экономиках. Реализуется на английском языке и готовит консультантов, аналитиков, специалистов по развитию для зарубежных и отечественных компаний. Управление человеческими ресурсами готовит специалистов для подбора, оценки, обучения и адаптации персонала, а также для управления корпоративной культурой и коммуникациями. Наши маркетологи ориентированы на работу в области диджитал-маркетинга, рекламы, маркетинговой аналитики. Профиль «Бизнес-процессы и логистика» готовит студентов для работы в производственных и логистических компаниях. Профиль «Инновации и предпринимательства» направлен на подготовку менеджеров стартап-проектов, специалистов венчурных фондов и отделов по инновациям в крупных компаниях. Только на нашей программе студенты участвуют в проектах во время всего обучения. Социальные, с участием краудфандинговой платформы, профессиональные, научно-исследовательские и бизнес-проекты. Это совместная деятельность с компаниями-партнерами, которая дает возможность еще во время обучения получать реальный опыт работы и влиться в профессиональную среду. Большое внимание мы уделяем изучению английского языка, а также его применению. Ребята имеют возможность обучаться в вузах-партнерах по международной мобильности, слушать лекции зарубежных профессоров и специалистов, изучать профессиональные дисциплины на языке. Кстати, если ты хочешь, можешь взять второй язык. Видишь, мы уже осваиваем мир цифровой экономики. Учимся работать с большими массивами данных в сфере бизнеса. Управлять компанией или бизнесом невозможно, не имея навыков лидерства, общения и критического мышления. Мы учимся этому на занятиях, а совершенствуем в ходе работы в студенческих клубах. Многими из них руководят наши ребята, поскольку это отличный опыт управления. Также мы обучаем этим навыкам и школьников в наших клубах iBoss и бизнес-клуб «Предприниматель». Ну и главное, мы учимся у высококлассных преподавателей. Многие из которых имеют опыт работы в бизнесе, а также у ведущих специалистов компаний-партнеров МТС, РЖД, Атомэнергопроект и многих других. Мы ждем вас!